первой декаде февраля в Москве проходил Кубок России по современному пятиборью среди мужчин. По мнению специалистов, во время нынешних соревнований проявился хороший потенциал наших юниоров. Значит, работа по подготовке команд двигается в правильном направлении. В настоящее время взрослые и юниоры проводят совместные тренировки. Например, лучшие из юниоров приглашаются на отдельные сборы первой команды страны. Сравнивая прошлый год и этот, можно сказать, что российские пятиборцы успешно совершенствуют свое мастерство. Были показаны очень хорошие результаты. Главное – не останавливаться на достигнутом. Отметим, что турнир прошел по новой системе подсчета очков, когда все баллы приведены к секундам отставания в комбайне. Сразу же после соревнований лучшие российские пятиборцы отправились в Новогорск, где начали подготовку к первому этапу Кубка мира, который пройдет в Акапулько.